Да, Дмитрий Васильевич. Алло, Лёш, как дела? Да ничего, все, обыски идут. Ну смотри, они там хотят национализировать нас, понимаешь, да? Сейчас там идет разборка, там не шутка сейчас все. И они там пытаются сейчас основном поставить этот Днепр, этот ебаный. Как я, блядь, послушал тогда этого Андрея Аля, блядь, это была колоссальная моя ошибка. Смотри, у тебя сейчас там клиентный дом есть 120 с чем-то миллионов. Отправляй их нахуй на Е-энергию, чтобы мы сразу закрыли тебе Днепр, понимаешь, да? Чтобы убрать хотя бы тоже там силовики говорят. Да, да. Смотри, сейчас свяжись с Наташей или с кем там и быстренько сейчас оплатите эти деньги. Смотрите, сейчас все космолеты отключены, но из-за обысков. Тебе в 3 часа может быть национализация. Поэтому у меня к тебе я просьба... все понимаю, сейчас поднимаем все космолеты, включаем и... Смотри, да, у тебя да, есть максимум час. Через час тебя уже нихуя не будет, понимаешь? И боюсь, что ни у Е-энергии, ни у кого. И тогда будет еще иметь кучу уголовных дел. Все, что, в чем вопрос. Да. Говорят же, вроде Беню и меня хотят чиркнуть, понимаешь, да? Сейчас я буду разбираться, но давай быстро хотя бы закроем вот это. Потому что потом будем, блядь, кусать локти с тобой. Поэтому все, я все понял, да, даю команду, двигаем. Да, да, давай. Да, Дмитрий Васильевич, да. Вы сделали то, что я просил? Сейчас арестовали счета, Наташа притормозила эту историю. Сейчас мы все перегоним деньги на счет банка, как Наташа хочет. И если будет коридор возможностей, то... Ну надо куда-то другое место перечислить, а потом ЕАЗом разбираться, куда заплатить. Ну, там... Да-да, сейчас юристы проведут селектор, соберут, что выняли, что не выняли. Ну, в телефоны лазили, искали меня, Костенко... фамилии в телефонах. Ну, короче. Леш. Да, Дмитрий Васильевич. Смотри, я сейчас Наташа сказал, как мы, учитывая, что Е-энергия сейчас пока арестована, мы не можем платить ничего. Mm-hmm. А нам надо закрыть этот ебаный Днепр, понимаешь, mm-hmm. да? Mm-hmm. У меня просьба какая. Надо сейчас подумать, что нужно сделать, какими документами. Может сделать переуступку, знаешь, типа те деньги, которые ты должен для энергии, да? Они тебе напишут письма, что просим за них рассчитаться там с Днепровским облгазом. Понимаешь, да? Я не знаю сейчас пока этого. А скажи мне, а наш юрист, который этот Саша, он где сейчас находится? Саша в Украине дерется сейчас за Харьков город. Вот сейчас вернул Рафаэля в этот в реестр. Пытается его... Вернул, да. А как 15... он это сделал? Ну, через регистратора там, кувыркался как мог. Вернул час, и сейчас мы делаем попытку закрепить это обеспечение. Но если получится, то мы выпрыгнули. Не получится, будем дальше толкаться. Но сейчас в реестре Рафаэль директор. Ты меня рассмешил. Да не рассмешил, я вам сейчас пришлю документы, что я рассмешил. И что, а ну расскажи. Вот это мне нравится, так я люблю. Ну, а мы тут на палками так, их уже выталкиваем оттуда. Мне это нравится, я так люблю. Я с Сашей вот не выпускаю телефон. Саша в реестре, и он нашел одноминутный коридор и всунул его обратно. Но сейчас надо закрепить обеспечение. А, если мы успеем сделать. А пойдет, узнает. Ну вот сейчас во Львове сделали обеспечение. Если успеем засунуть, то а точно им будет. Что обеспечение? Ну, чтобы подальше от Харькова, чтобы они не успевали. Они же мониторят сейчас все, что по Харькову происходит. Всех нотариусов, всех регистраторов. И вот. И мы решили подальше от Харькова во Львове это сделать. Сейчас, если повезет нам забить палку в этом Харьков городе, то это вообще... Да, а если мы забьем эту палку, то они что, не могут ее снять? Но если сейчас обеспечение сверху ляжет, судовое, то это им придется сильно долго кувыркаться, чтобы все позбивать. А как обеспечение это получить? Это, ну, оно уже есть. Оно уже есть сейчас, только чтобы в реестр его можно было засунуть, потому что они мониторят реестры по всей стране. Сейчас доверенность крутим там, чтобы нотариуса в другой области, ну, в общем-то... Кувыркаемся со всех сторон. А сколько вам еще надо времени, что я не доложил, что получится или нет? Ну, слышно, как только у меня будет какая-то информация, сразу это доложу. Сегодня, да? Ну, сейчас вот крутится этот вопрос, Дмитрий Васильевич. Будет, положим обеспечение, повезло, не положим. В понедельник будем дальше кувыркаться.
Но сейчас формально мы опять директор наш. Да вот мне скинул Саня только что сообщение из реестра выписка. Рафаэль Дживой наш директор. Хорошая новость. Вот. А скажи, мне надо, знаешь что, мне надо будет, чтобы он тогда был, там понедельник надо будет продумать, как мы построим защиту. Надо учитывать, что он вел все эти дела уголовные. Я потом посмотрю, с кем его состыковать, если я договорюсь за выходные с определенными людьми. Uh-huh. Понимаешь, чтобы мы как-то выстроили какую-то машину, которая нам позволит с тобой правильно выстроить ситуацию вокруг этой всей истории. Понимаешь, да? Значит, ну, если Игорь приедет, и мы в среду сядем, я думаю, что мы этот вопрос двинем. Он должен форварднуть сейчас самый главный вопрос. Это подать в суд на Трансгаз, что он нам не оформляет газ. Это самое первое. Это с Е-энергии, да? Да, да. Мы же 28-го отправили на платформу на эту, что отдайте нам газ. Это, ну, не мы, а Е-энергия отправила. Облгазы, мы готовы его принять. И они расписались, нет, у вас нет такого газа. И сейчас надо быстренько в суде подать и закрепить, что мы в суде находимся по этому вопросу. Чтобы нам не пришили бестоварку по этому. Да, да, я понял. Сейчас я скажу. Это самый главный вопрос. А второй вопрос – это сборы, но это уже надо садиться и выписывать алгоритм, кто чем занимается. Надо заблокировать обязательно собрание, чтобы они не могли сами без нас это собрание провести. Надо быстренько подать в суд и зафиксировать, а потом будем в суде разбираться годами. Сейчас я его наберу. Да, да, Дмитрий Васильевич, я буду очень благодарен. Прямо сейчас дам команду.